Да, ну еще, конечно, те люди, которые хотят лично у меня учиться, те люди, которые учились у меня, у других тренеров моей системы, но хотят учиться лично у меня, прилетайте в Киев 1 мая. Значит, я очень редко веду тренинги лично, да, но в Киеве я буду вести тренинг лично. Это будет тренинг с 1 мая «База телеска интенсив». Там будет стандартная программа базы телески и определенные вещи, которые даю только я. Вот. Так что прилетайте, мы будем захватывать там местных женщин, тусоваться, вот как обычно. Там же будет группа для охотниц. Вот. Она будет иногда пересекаться с мужской, иногда отдельно, потому что у девушек свои есть важные задания, которые они должны пройти. И, как я уже говорил, конечно же, гораздо лучше будет, если вы до этого тренинга в Киеве посетите хотя бы какой-нибудь тренинг, если вы еще не были. Либо базу, либо охоту для женщин, либо хотя бы базу онлайн и сделаете задание, потому что вам будет проще. На моих тренингах я всегда делаю, скажем так, продвинутый уровень для людей. Естественно, те, кто начинают, первый раз идут на тренинг, они, конечно же, это ориентировано на всех, да, программа. Конечно же, они смогут тоже учиться, но у этих людей просто башня обычно съезжает капитально. Вот, потому что, ну, при общении со мной башня съезжает капитально у всех, кто еще пока что молод в теме. Поэтому, чтобы себя подготовить морально, чтобы башня меньше съехала на тренинге в Киеве, лучше пройти базу или базу с телеской, да. Вот, потому что вам будет проще действовать в Киеве, будет лучший результат. Вот, поэтому записывайтесь на ближайший тренинг базовый в Москве, готовьтесь к этому зажигательному тренингу, и мы в Киеве с вами конкретно зажгем 1 мая. Все, друзья, пока.